Ребята, всем добра и позитива. Смотрите, я сегодня в Eurofluxus, и здесь есть новинка, которую, ну, честно говоря, все долго ждали. Ну, чтобы не говорить такие громкие слова, все долго ждали. Никто ее нахер не ждал, но много плитки, и хочется какого-то эксклюзивчика, потому что это новый сезон, и в новом сезоне нужны какие-то новые тона. А та плитка, которая во всех инстаграмах летает, во всех тиктоках уже по 2 года, она не смотрится няшно. Вот, беда в том, что крутая что-то вещь, да, это глазурированная плитка, которая есть, к сожалению, только в Eurofluxus. Вот если есть какой-то другой фирме, позвоните мне, скажите, где есть глазурированный, я приеду и сниму такое же видео. Это чтобы к вопросу о том, почему я снимаю Eurofluxus. А, может, мне денег заплатили. Так вот, слушай, ониксы. Шикарные, насыщенные ониксы. Где они нужны? В маленьких санузлах, в маленьких ванных комнатах. Потому что эффект расширения, это зеркало. Ну, зеркало, оно маркое, да, и не каждый его захочет иметь у себя в интерьере. Поэтому нужен глазурированная плитка. У нее эффект, а я покажу сейчас. Вот, эффект. О, Володя, привет, кстати, здорово. Слушай, где у вас глазурированная плитка? Покажи. В смысле какого-то ониксы, вот новые, которые пришли. Оникс, новый. Вот, а что не в этом зале? Ну, новинки здесь. А, ну да, кстати, ее... вот, да. Вот, стой, стоп. Смотри, видишь, как вид... Вот подойди, пожалуйста, сюда, к ней. А что такое глазурированная, чем она отличается от... Чем отличается глазурированная от глянцевой плитки? Пока он будет думать полдня. Смотри, когда ты... Подожди, подойди обратно. Когда ты стоишь, смотри, вот ты его видишь, как в зеркале, глянь. Вот чем это не зеркало? Почему ты бегаешь? Я вижу. Вот. Я же не тебе это показываю. Смотри, видишь, ты его четко можешь видеть, даже зрачок глаза. Вот что такое глазурированная плитка. И это новая коллекция Оникса. Смотри, какой прикол. Гляди, какая она насыщенная. Видишь? Я снимаю и вижу даже себя. Так вот, смотри, где она будет смотреться просто пушкой. Где она будет смотреться пушкой? Ванная комната. Она будет смотреться в столешнице. То есть ты делаешь шикарную кухню. Ты делаешь любую кухню, ставишь оникс. Она же есть 1,20 м у вас? 1,20 м, 60 на 60. Ну, 1,20 м. Широкий формат интересен. Если ты делаешь фартук кухни, а ты его как делаешь? Ты его делаешь с нулевым швом. Я знаю, что так нельзя, но в фартуках это допустимо. Когда ты ложишь плитку не на клей. Вот на вот эту вот хрень, которую у них здесь полно, то есть ты клеишь ее пистолетиком, а не гребенкой, и ну, всевозможные клея жидкие. Вот. И этот шовчик, когда он равен нулю, чтобы здесь вообще ничего не было. Во-первых, он очень насыщенный, и он очень увеличивает цвет. Смотри, в кухнях ты что используешь? Под кухню всегда вставляешь LED-шнурочек. И когда туда попадает LED, то эти вот насыщенность цветом настолько круто выглядит, что это просто пушка. Так вот, почему эта коллекция? Потому что ничего подобного не было в 2022 году. И в 2023 хочется каких-то новинок, а с новинками очень херово сейчас. Потому что Китай по большому счету закрыт, Испания пипец какая дорогая с Италией. И вот нужно какую-то, знаете, вот, чтобы рыбку съесть, как говорится, и санузел хорошо сделать вместе с фартуком. Поэтому вот я пришел, я кайфанул вот с этих трех коллекций. Они сейчас самые топовые. А что у вас на стоке? Сколько ее вообще квадратов? То есть можно на нее катать губу, грубо говоря, а потом приехал, а вы такие, ау, все продали? Конечно. Серьезно? Может клиент прийти и все, 600 квадратов купить и все. Сколько сейчас квадратов реально ее? По-моему, в районе 500. В каждой позиции 500 квадратов? Да. Если она продается, как быстро другая поставляется же? Ну, поставляется, но тут ничего нельзя в данной ситуации. Что у нее по цене? 29,50, 24,95. Это что за 1,20 м на 60, что за 60 на 60? 60 на 60, 24,95. Смотри, вот фактически это то, что на 23-й год топчик, а вот то, на чем сидели 21-й и 22-й ковидные года. Поэтому, когда я вижу вот эти вот классные штуки, я сразу вспоминаю COVID, это новинка. У вас поступление будет какое-то в ближайшее время? Всегда поступление. Ну, конечно, блядь, всегда у вас всегда. Новинки. Вот, посмотри, вот здесь вот очень хорошая, мне очень нравится. Такая нейтральная, серенькая, что-то ты какое-то говно мне хочешь втюхать. Нет. Что в нем прикольного? Что это такое?
Это имитация бетона. Для пенсионерки какой-то, одинокой, несчастной. Очень популярная тенденция. Ну, другими словами, в Еврофлызе все прекрасно, кроме вкусов менеджеров. Иногда они бывают такие, что... Так что залетайте, и вот у него не покупайте ничего. Как тебя зовут, кстати? Воин. Так же, как тебя. Ну вот, да. Поэтому не слушайте его, слушайте меня. И вот эта коллекция, она топчик. Но он вам ее не покажет. Он покажет то, что вот нравится бабушке. Классная коллекция. Я вообще, мне, знаете... Ну, грубо говоря, этому мужику тоже понравилась эта коллекция, поэтому он скромничает и отводит взгляд в сторону. Вот, поэтому напоминаю, что самая шикарная плитка, не скажу где, то скажете, что это реклама. И если вы мой будущий клиент, я, скорее всего, буду заставлять вас покупать ее здесь. И вот этот кайф. Кайфовенько, да? Только не слушайте мнение, вот это вот не слушайте. Потому что парень с плохим... Не, консультант с плохим вкусом, это хуже, чем, ну, чем кто-то, короче. Так что, наконец-то пришел Оникс, и можно кайфовать. Ну, если пока мы им не работаем, хоть прийти сюда попить кофейку и посмотреть новую коллекцию. На сегодня все, всем пока.